Всем привет! У меня очередная распаковка посылки. Вот, но распаковка не простая, а с анонсом и рассказом об интереснейшем магазине. Магазин называется, значит, вот так вот, Ножов. Это магазин, по всей видимости, такой достаточно новенький магазин. В поисках забивать ту или иную модель ножа, к сожалению, не всплывает. Вот, и данный магазин чем он примечателен? В этом магазине я не знаю, как удается руководству администрации этого магазина держать такие цены. Цены просто смешные, низкие на сегодняшний день. Там цены, значит, докризисные, можно сказать. Или если сейчас приобретать какую-то модель ножа, например, за рубежом, в популярных магазинах, больших мирового значения магазинах, где, как правило, достаточно низкие цены и которые работают напрямую с производителем, так вот, в этом магазине, на удивление, цены оказались такие же, как и в больших магазинах. Чисто случайно на него нарвался, значит, познакомился с руководством магазина и искал я модель. То есть я покупал для работы и для своей коллекции, значит, мне нужна была спайдерка Делика, младшая сестра или брат Индуры, значит. И нарвался я на них, пообщался, то есть, и мы пришли к такому, как говорится, взаимовыгодному сотрудничеству в итоге. Руководство очень общительное, познакомились, очень хорошо пообщались, и получилось так, что мы договорились о том, что этот магазин также будет представлять и мои накладки. Вот, я буду поставлять им свою продукцию, вот, и если что-то где-то вдруг у меня не будет в наличии, без проблем можно обратиться к ним, если у них есть, значит, на сайте можно без проблем купить. Магазин, помимо того, что у него низкие цены, он также отправляет по России бесплатно. Я надеюсь, очень надеюсь, что политика этого магазина в плане цен и сервиса останется прежней. Я не знаю, как они это делают, я не знаю, как им это удается. Вот. Но цены, честно сказать, смешные, даже вот слов нету. Не терпится открыть упакованную вот так вот. Я думаю, что после того, как кто посмотрит, если кто-то планировал, хотел приобрести какой-то ножик, может сразу обратиться, посмотреть в этом магазине, потому что цены уже, смело можно сказать, там вот так вот упаковано. К сожалению, модельный ряд не очень большой там в магазине. Не так много моделей. Я бы, может быть, еще что-то прикупил для себя. Но, надеюсь, будут расширять модельный ряд. Не хочу повредить коробки. Здесь как-то интересно упаковано. Не могу понять, как лучше здесь все это дело распаковать. Упаковали, конечно, зверско. Очень-очень хотел бы, чтобы этот магазин расширял регулярно ассортимент ножей. А вот они, ножички, которые лежат внутри. Так, с упаковки больше ничего нету. Вот он, кстати, логотипчик. Ну, как я и говорю, что довольно-таки новый магазин, но, как видно, вот по этим стикерам, мало кто такие стикеры ставит, как бы взгревает. В основном мы привыкли эти стикеры, наклейки видеть у зарубежных магазинов. И это, обратите внимание, каждому ножу это подарок от магазина Ножов. Очень приятный бонус. Вот такой вот симпотный темнячок. Вот, так что спасибо им за это. Здесь магнитик и наклейка, по всей видимости. Вот. И вот такие вот три ножа. Чуть помялись коробки, но это ничего страшного. Так, начнем со спаев. Наверное, здесь у нас Делика верхняя, надеюсь, видно. И внизу Индура. Ну, значит, Делика — это тот нож, благодаря которому я нарвался и вышел на этот магазин. Вот. А остальные ножи — это то, что я докупил, прикупил, потому что я постоянно работаю с ножами, постоянно делая накладки, я примеряю на ножи, и мне приходится
Вот это тоже популярный ножик. Мне приходится постоянно, как говорится, на работе держать один нож, а один в коллекцию. И вот я продублировал некоторые ножи. Угу. Какой маленький симпотный ножик. Очень много людей спрашивает и интересуется про накладки на эту модель ножа. Вот теперь я его взял и тоже запустим в работу. Так, это раз. Индура у меня есть, Super Blue. Я решил приобрести еще одну. Закину ее на работу, пускай лежит там. Здесь у нас уже сталь должна быть ВГ-10. Вот. Теперь у меня две модели этого ножа. Так, это два. И бенчик. Что за бенчик у нас тут? 553 модель. Мне, честно сказать, нравится танта. И вот я решил для себя прикупить еще один грептилиан. Все упаковано, как вы видите, все новое, все упаковано замечательно. Потому что, может быть, кто-то и нарывался на этот магазин, но и цены, может быть, пугали, удивляли. Потому что у нас народ, как говорится, научен жизнью. И есть такая поговорка: бесплатно сыр в мышеловке. В данном случае дешевый сыр в мышеловке. Но оказывается, все четко, все у них тут новенькое, свеженькое. О, класс. Танто. Бенчмен Грептилиан. С таким интересным клинком. Вот. Вот, короче, вот такие вот ножички прислал мне магазин ножов. Вот. И в двух словах, первые модели, которые я отправляю в этот магазин. Так сделаем. Значит, это вот партию, которую они у меня уже заказали. Это пока что накладки только на эндуру. Здесь вот 4 вида. 3D красные. Соты, желтые, синие, зеленые. Вот. Очень скоро можно будет приобрести эти накладки уже у них в магазине. Я думаю, если все нормально будет, они также будут расширять модельный ряд. Так что я считаю, что хорошо, когда можно покупать продукцию не в одном месте. Например, если я делаю продукцию, она не только у меня, но и где-то еще продается. И кто не хочет ждать, как бы, пока я сделаю, пока я освобожусь, может без проблем посмотреть в этом магазине и, может быть, докупить, прикупить. Вот еще одна расцветка ножа. Накладки, вернее. Тоже эндура. Из такой вот заводской эндурки оно превращается вот такое. Ну ладно, не буду затягивать распаковочку. Вот такие вот сгребчики, вот такие вот ножички. Все, смотрите, посещайте магазин. Пока там есть что купить, покупайте. Вот. Спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.